блядь, на смерть едем. Давай, может, проезжать. Давай в нычку, можно танк пустить в нычку. Давай, давай, один, в нычку последний, остальные наскось. Остальные наскось, остальные. Танк нагреясь, танк нагреясь. Остальные наскось пролетаем, давай. Башка там. Башка на горе. Толик, тебе вообще больше никуда не надо ехать. У них на горе два танка. На горе надо захват. Бата. Ну один сверните и на захват все. Стримы сейчас спину поедут. Без хп сворачивайте. На горе либо танкане. Все стоят. Они вроде. Так что на захват? Я еду на чифе, что ли? Да. Вот. Толь, есть на захват? А у них чиф, я помогу им! Убивайте чиф, я буду контролировать. Экстрим тебя съебывать надо, бой, сейчас давай, уезжай сюда. Тебя сейчас гори приедут. А, тут два чифа, алло. Блять, ебать. Убивайте, убивайте. Едьте сюда, надо убивать этих чифов, быстро. Давай, я здесь буду контролить, вы убивайте. Я без БК. Я помогу сейчас. Толь, я просто заеду. Им закрайте, да, заезжай, заезжай, Вильф. Попробуй каток, Вильф. Не дал, нет. Им сейвс. Он никогда и... На Маринку заберите. Я заблочил. Перекрой Биба, он меня. Я засейвлю, все. Бэшка поехал, пацаны. Скайте вперед. А им... Надо убивать быстрее этого человека. Гать, скаток, каток, стопните ему! Не успел. Ему закайте. Дал. Но мне дал, все хорошо. Все, а Бэшка вылетает, когда... Добивайте, и Бэшку потом взорвать. Бэшку, немца, Бэшку. Тип, заберите, а заберите чипата, алло! Все, нормально. Экстрим, зацель меня, зацель меня. Бэшку не отпускайте. А, там силика. Давай, зацелю, сейчас зацелю. Просто пушим, просто пушим от Вильфа. Я тебе еще помогу. На катке еще раз. Обновили каток, обновили. Давай, давай, давай. Заблочь его, заблочь. А, все. Левша, Биба, забирайте. Я своего забираю. Башка много уже дала. Да, да, да. Башка почти КД. Куда Вагин смотрит? Вагин, куда смотрит? Экстрим, аккуратно тебя заберу. Я бата сейчас заберу, бата заберу сейчас. Давай, давай, давай. Блять, не пробил. Я зацелю бата. Я зацелю. Отсюда, отсюда один объект, чиф. Экстрим, если тебе руку не дадут. Бата я тебе целю, да. Бата я с другой стороны целю. Да все хорошо здесь же. Ебать. Нам повезло, что у них-то два чифа было. На самом деле, если бы мы пустили совка на захват, он да, бы сейчас этих двух чифов сразу. Типа. Блин, как да. Мы это перевернули. Но они из бонницы неплохо, в принципе, чувак, сделали. Мы у них... Они же не светились, да, получается? Да. Да, они не светились. Если бы они... Хорошо, что они засветились, конечно, пораньше, получается. Но я бы их в ноль убил бы. Не, первой, если да. Бы ты на базе был, все, это какая, чувак, это вин уже 100% легкий. Ты бы инфу был. Дал по этим двум чифам, мы бы проехали, поняли, что у них куча танков на горе, повернули бы сразу, поехали этих двух чифов убили бы. А, Димас, спасибо. Дима, второй раз и опять с тобой, я про донат. А-а-а. Не так давно был в гостинице в Москве. Вы где над Зухом рофлили? Помнишь ту статую? Да, помню. Вспомнил, прослезился. Да, да, так мы там раза два или три жили в этой гостинице. Причем, кстати, у меня есть стрим, я то, что купил себе ноутбук, вот, думал, буду иногда в разъездах стримить. И я купил ноутбук, очень хороший, Шкафанову еще сделал из него вообще пушку, вот. И на этом ноуте я провел один единственный стрим, потом понял, что я не, ну, он мне не нужен, и я его продал. Но смысл в другом. Что я провел единственный стрим с этого ноута как раз в этой гостинице, где как раз отдыхал там мужчина, я так понимаю, по работе, слегка выпивший, пришел, и мы его на пресс-аккаунте посадили на алкаша, и он играл на нем. То есть, ну, такой прикольный стримец, в целом, на канале есть он. Так. Димон, ту-ту-ру-ту-ру-ту! Чили. Да не. Самоизоляция в самом разгаре. Да не, сейчас нормально. Солнце зашло хотя бы, голова начала лучше думать. Да не, ну типа солнце светит, в окно жарко. А ты что, не можешь против это? Что? Противовирусная... Солнечная система? Нет, это у вас в Астрахани распространенная тема. В смысле, я в Минске сделал себе тоже для того, чтобы стримить. Можно, так зачем? Я на съемной квартире, с которой я съеду через меньше, чем полгода. Как-то завтра, да, сказал съеду? Да, я тоже так, я реально ожидал через неделю, знаешь, я еще думал, ну неделю, окей, ладно, аргумент. Чувак, Пьер, я даже вас, знаешь, как сделал? Вот в машину есть вот это на стекло? Ну, я вот таких купил несколько штук и заклеил окно в Астрахани, не помню, не парился даже. Ну, это нормально. А здесь я купил себе ролл-шторы. Они не такие дорогие, Толян, но зато офигенно удобно. Так у нас просто еще отопление работает. А при чем тут отопление, ролл-шторы, блядь? Ну, блядь, ни при чем. Просто все вместе. Просто, типа, от одного ты засейвишься. Другой, от другого не засейвишься. А так хоть от одного засейвился уже неплохо. Это да. Я не понял вообще, к чему ты про это такое-то отопление еще тут, знаешь.
Тоже светит. Да, я вообще говорю, у Толи, по-моему, крыша едет. Да не, у меня крыша на месте. А Дима, ты видел? Подожди, ты видел, у тебя ровно 50 тысяч боев? Нет. Реально? Ну-ка. Лол, я только сейчас открыл эту статистику, у тебя больше ровно не 50. Все, больше не играй, Дима. Да все. Ладно. То есть так, мы спасибо. С тобой 50-тысячные бои сыграли, получается? Все, да, ребят. Мы с тобой, да. Спасибо за поздравления, спасибо. В смысле, это не идет. Командование выражает вам благодарность, окошко высветилось. А мы в рандоме сыграли. А может, и... даже в рандоме. А тебе, наверное, надо еще один бой сыграть, тогда у тебя дадут типа за 50 тысяч. Да нахер они не нужны. Ты вот играть больше не будешь, все. Ну вот контент на следующий стрим. Отмечаю 50-ка. Ну все, пора делать. А там без доната. Нет, нет, нет. Есть идея поинтереснее. Так этот. Так в смысле, кейс ордетка, где ты занялся? Мне даже этот. У меня в турнирах боев-то больше раз за 3, наверное, чем в рандоме. Вон, у тебя есть Т-92. Да, а меня там агресса чиф, Толь, вот верхний. Сейчас чек на его. Они что-то будут делать, по-любому, сейчас. Хотя, походу, показывают, что точно. Толь, я думаю, может, мне тоже сейчас... Они на ничью будут стоять, скорее всего. Мы сейчас будем байти захватом, надо захватом бой. А, ты не можешь байти, отсюда собьют. Толь, бой отсюда подожмусь. Как он будет сбивать, я его буду убивать. Короче, поджимайся к тебе. Короче, поджимайся сюда. Давай экстрим захват едь, наверное. Давай. Вот здесь есть танк, аккуратно. Да, его будет Вильф контролить. Его будет отсюда сверху просто целить Вильф. Может мне остаться все-таки на водонапор? Я сейчас с этого вижу теперь лучше. Хорошо. Мне хоть здесь походу танк или нет там. Но он не светит даже. Там чел этот. А вы фармите, да? Так что, мне захват ставить? Да, вставай, надо пойти. А меня чел не убьет? Меня засейвились. Не убьет. Силику надо будет контрить. Видит их, да. Либо забей хуй, едь сюда, наверное. Они подставятся. Я пока вижу, подожди, я пока вижу одного. Если не смогу, то ехать, да? Да, да, если не сможешь, то едь. Одного пока вижу, один подставляется. Тут танк есть. 9-7, 9-7, вон, вон, 9-7. Ага, хорошо. Тебя не видно, Силь? Там совок. Нет, я не вижу. 9-7, здесь 9-7, и здесь 9-7, ебар. Поехали в этих, въедем просто. Давайте в этих езжать, давайте в этих езжать. Жди, жди, жди. Я въеду. Я пока тут. Сейчас Леша подъедет, и мы впушиваем. Подожди, Бибуна. Готовьтесь на чифа. Филик, тебе тоже на совка надо. А вон ты с тобой там. Я въеду на него. Чиф КД. Пробил, погнали. Флеша сразу взрываем. Помидоры и флеша. Биба без остановок вперед просто. Флеша, флеша сначала. Заберу помидоры, все, флеша сразу. Телек твой кидается в окно. Я еду на него. Все, это СТБшка еще. Убиваю его. Я сейчас типа могу сейчас подожду. Я вам помог. Я уж этого. 97 спине заберите. Блин, не успел. Нормально, забираем. Все, найс. Это... Все, можно сейчас на Верочку не спешить. Они сейчас будут что-то такое делать. Блин, там вот только ты сказал уезжать, типа они начали подставляться, блин, такие веселые. Так, ладно, сейчас мы вернемся. Спасибо, ребят, огромное за поздравление. Все зачитаю, все зачитаю. Где все может кидать? Ой, ебра. Вон, помидоры откидайте, если есть возможность. Гребаное колесико, блядь. Это зеркалка, походу, будет. Силик, едь сюда, слушай. Давай, я разворачиваюсь. Не, помидор уходит, по-моему, не? Не-не, он за домом, дом, за домом. Дом засейвился. Он уходит теперь, он уходит. ЕБР ушел, походу, их мало, их мало, Силик. Я, Силик, 2-9-7, допушивайте тогда его. Блядь, а ей, может, тогда на смерть до конца светить тебе, чтобы засады не было? Я агрессивно тут буду сидеть. Подождите, не торопитесь, 9-7, окей, нужна инфа. Я по церковь пока поехал, я свечусь. Но он, по идее, не убегал, если вы так светите. Тут танк есть. Вот, помидор не убегал, да, он под домиком также стоит. А все, захват уже надо. Убивайте его и сюда, быстро, один последний 9-7. Ну я за убивать. Я уехал туда, да. Идите сами убивать. Ладно, окей, давай убивать. Втроем берут. Силик, ты отсюда меня просто кроешь и все. Да. Вильф, не надо торопиться, пока было, блин, еще времени много, ладно. Они на тебя сейчас. Они уехали с под дома. Они вперед едут, они вперед будут вываливаться сюда. У меня Силик разменяет по максимуму. Нормально, я Силика попробую. А ты на внешку не можешь? Нет, не ушел. Я сейчас Силика попробую разменять. Я не знал, что там 300 бай. Убейте этого чифа в спину. Давай, Толян, разменяй. Давай флеша, убьем хотя бы. Я сейчас тоже помогу, А что там? Зверя, выйдем, убьем. Давай. И помидоры, зверя, минус зверь, потом минус помидоры. Блядь, Силик, ты зря вперед поехал. Да, их не здесь. Ты что сделал? Помощь нужна. Ладно, убейте этих двух, у нас все нормально еще до сих пор. Вернись сюда. Нет, Алину будет помогать. Добирай. Нет, экстрим, и сюда хелпу, не туда еду, сюда хелпу, у меня все нормально. Да, сюда, есть, сюда, экстрим. Еду. Быстрее. Забей на это, правда, ГБР останавливайся. Помидор шот нужен. Он без колесика. Не дал ему шот. Хорош.
СТБ развернулся. Ты экстрим, умираешь, тебе надо помогать, Толе. Экстрим, тебе надо, Толе, помогать. Развернулись. Надо бы его уехать тебе, нет? Ну, а вы не можете там как-то въехать, да. Нет? Так тебе экстрим приедет, поможет этой тыщей. Давай, давай, давай. А им за ебарами сможет сказать? Я, Биба, я переваливаюсь на ту сторону, убегаем, 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 убегаем. Я тоже убегаю. Меня ебар сейчас будет убивать. Вам нас запушит. Я ебар поехал на приказ. Мы СТБ оставили, давай вот этих убивать. Да, гоу в них толпой. Я за ебром поехал. Давайте въезжать тогда в них, окей. Да-да-да, они сами въезжают, отлично. Есть хп, заживи, заживи. СТБ просто этот, выключен. Ну, блядь, эти вперед без остановок, блядь. Не, мы сейчас не успеем. Не успеем, 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 нормально. Давайте, к вам СТБ в спину едет, вам надо до последнего вперед заезжать. Хорош. Давай, экстрим сверху, забирай флэш и это, да-да-да. Бип, ты в соло, бип, ты в соло. От спины просто катит, от спины просто катит. Атокас, атокас, атокас. Атокас, шот, шот дай. Заберу. Все, на, здесь это сразу. Левша, засейфи. Сзади, сзади, дубовый, аккуратно. Все, просто давите, у кого хп есть, экстрим дави. Левша, живи. Левша, не лезь. А, блять. Ты чё, у тебя ж хп нет. Сейчас я ещё влечу, дам шот. Нормально, нормально, нормально. Нормально, экстрим, хп есть, всё нормально. Короче, короче, я думал, не, я думал, что не сделал. Я, короче, там вдвоем, да, сейчас меня просто идите прячу, на захват идите. Захват. Я понял, я уже поехал. Не, если по итогу остался, мы бы их уебали, просто уебали. Не, Биба, аккуратно, он тебя убить может. Но мы вот тут нормально разыграли. Я не ожидал, что там 400 б. Не, это, блядь, я тебе не сказал, просто это типа. А как помидор уехал? Это типа, да, то, что помидор уехал без. Подождите, доиграйте, он может реально. Он уехал, походу, поехал так. Да не встань в кусты где-то. Кого он убьет, еще не сидит. Короче, у нас тут вообще нет. Красавцы, что вытащили, но мы пиздец закинули тут. Так реально, слышишь, ты стоял бы ты намного взял. Нет, тут две ошибки, тут три ошибки было. Первое, уехал помидор. Вторая, Вильфу без команды не надо было сюда поджимать, дальше ставить тут, да, потому да, что да. Времени много, потому что это всегда так работает. Чилы стоят захват, только под них поджимают, они сразу контрпушат. Но вовремя этот Знаешь, Толь, из-за чего я поехал? Я подумал, что там 9-7. Они так не вышли бы сверху, мне бы не убили. А там бы СТБшки оказались. Ну, вообще, это же офигел, типа 4 СТБ, что это за бред такой. Если бы там были 9-7, я бы спокойно выжил. Я бы спокойно выжил. Ну, там, да, я, мне сейчас зрители пишут. А тут 4 СТБ и... Задержка, ребята, на стриме. 4 СТБ, говорит, у них, говорит. Спасибо. Спасибо. Ну все, мы в финале. Ну. Мантикора, только не мешай, понял? Слышь, Вильф? Ой, Беовульф. Вильф, слышь? Вульф, Беовульф. Слышь, слышь. Наплодили тут собак. Одни Вильфы повсюду. Понял? Я не понял. Биб, дай шот. Биб, дай ему шот. Ваука, ваука, ваука. Я его сейчас добью. Да ладно. Ваука до сережок не вытирает. Только не мешает, ребят. Ваук сережок не вытирает, да. О! Тупо фугасом орел. Пойду другой босс играю, ребят. А ты как сдох? Не мешай сети. А фугас прилетел от Яги. А ты что, а ты там рофли тебя смотрел? Нет, чувак, он на мандикоре стал в кусты, его сванжотил. Стандартно, его сванжотил блендом Яга. Ну, чувак, я тебе так сижу, я на таком краешке стоял. Я на таком краешке стоял, что туда даже блендами попасть не очень просто. Ну, Яга считает иначе. Да. Да, плохо. Пока плохо летит. Но выиграть можно, правильно понимаю? Ох, ебать. Можно, да. Меня по трафе убили. По трафе что? Скилловый. Менее скилловый тоже как бы там же. Чувак, ты понимаешь? Беовульфа блайндом убили, меня по трафе сняли. Кто еще скилловый? Там желтые скилловые сидят, блин, с кустов. Так я назад сдавал все время по чуть-чуть. Я, ну, не сильно так упарился. Вперед на арте сдавать. Я знаю, а я просто не парился, потихонечку назад сдавал, отъезжал после каждого выстрела.